Добрый день, дорогие друзья! Нам компания Oriflame за третий каталог перечислила вознаграждение 153 тысячи рублей. Мы сейчас приехали в банкомат снять эти деньги и видео записываем специально для тех, кто не верит, потому что многие из наших знакомых спрашивают друг у друга, видели ли они эти деньги у нас. Вот сейчас мы вам покажем. У нас банк Левобережный, Александр с карточкой. Всем привет! Давай. Говорят, а вы видели у них эти деньги? Сейчас посмотрим. Счет у нас открыт в банке Левобережном. Вот на эту, на счет приходят деньги, мы потом перегоняем на карточку и снимаем. Вводим пин-код. Тут есть такая услуга, посмотреть, сколько денег. Вот информация о карте. Сейчас мы посмотрим. Смотрим внимательно, сколько же там денег пришло. Вот, 150 884 рубля. Почему не 152? Потому что банк берет за услуги за свои. Вот, сейчас мы попробуем снять. Сколько нам надо снять? 150, да? Чтобы потом эти деньги положить в другое место, чтобы они тоже работали. А вот какой лимит здесь, я не помню. Выдача наличных. Вот, вот. По 20 тысяч снимай. Попробуем по 20. Ждем чуда. Чек не будем печатать. Вот они деньги, настоящие, без терминала. Единственное, что неудобно, что одной суммы нельзя снять. Поехали дальше. Это банкомат медленный. Оп, еще 20 тысяч. Клавиатуру не знаешь? Нет. Не надо. Сколько сняли? 60? Угу, три раза по 20.
Ловим еще двадцатку. Настоящий. Говорят, что компания Oriflame прекратила выплаты. Четыре, да, раза сняли? Да. Видно хоть? Да. Поближе, может? Нет. Пятый месяц моей работы в школе приравнивается. Здесь компания заплатила нам за 3 недели с премией. Что, дадут еще снять или нет? Это сколько, 100 снять? Да. Еще 50 тысяч. Сейчас заблокируют нас. Одно и то же действие делаем. О, разрешил. Так, шестая двадцатка. Полгода работы в школе. Через 3 недели будет еще интереснее, у нас премия будет еще больше, и мы ждем перечисления от компании Oriflame около 200 тысяч рублей. Ровно через 3 недельки. Я уже забыл, 6? Да, 6, это 6-я была. Сейчас 7-я идет, да. А, друзья, если вы уже поверили в то, что компания Oriflame платит деньги, в то, что здесь можно легальный доход получать вот таким образом через банк, то вы можете обратиться ко мне. Под видео есть ссылка на мою страницу в Одноклассниках, на мою страницу ВКонтакте. Есть мой телефон. Обращайтесь ко мне, и я научу вас зарабатывать. Всего вам хорошего. Пока-пока.